Василий Левит, вы являетесь участником двух Олимпийских игр, серебряным призером Олимпиады 2016 года, двукратным бронзовым призером чемпионата мира, первым в истории Казахстана трехкратным чемпионом Азии, двукратный призер чемпионата Азии также, трехкратным чемпионом Казахстана и по ВСБ Всемирной серии бокса за Астана Арланс у вас 15 побед. Ничего не помню. Да, я не помню, наверное. А у вас в карьере были такие соперники, ныне чемпионы мира, Усик и Битербиев. Можем поговорить об этих боях, вы их вспомните, эти бои, и скажите, насколько вообще это были сложные бои для вас? Да, это тоже где-то 10-11 год, я вот тоже только буквально уже во взрослую команду перешел. Да, хорошие ребята, подготовленные, непростые, квалифицированные. Каждый по-своему интересный боксер. С Битербиевым, если я не ошибаюсь, в 2011 был у вас бой, а с Усиком вы, кажется, два раза встречались. Один раз в 2012 и 12 или 13, что-то такое. 10, вот. И 11 на следующий год, по-моему, сразу. Кто сложнее был в этих двух боях, Битербиев или Усик? Я не знаю, как кто сложнее, но для меня это как бы, ну, с Усиком интереснее как бы боксировать, потому что он очень грамотный боксер, тактически очень подготовленный, плюс у него технически оснащен очень хорошо. Одаренный, в общем, спортсмен. С ним даже, когда сборы проходили, с ним даже как бы в парах, ну, интересно стоять. Видели ли вы бой Усика и Битербиева? Да, видел. А видели именно воочию? Или... Нет, я... В 11-м это... Мир. Мир был в Азербайджане, да, в Баку. Они же вот передо мной выходили. Mm-hmm. Я не видел воочию. Mm-hmm. Я в записи смотрел. А могли бы ли вы сказать в 2011-м, кто выиграл, по вашему мнению? Ой, я тут не буду браться судить. Просто бой хороший, оба очень хорошо себя показали. То есть достойные ребята. А кто там, я, видите, некомпетентен как бы. Я, как можно сказать, чуть боксе плохо разбираюсь. Тут же, видите, это опять же все субъективно. Один посмотрит так, другой посмотрит так, как скажет по-разному. То есть, ну, мне бой понравился, вот и все, я получу удовольствие. Получается, на мире он тогда выиграл, Усик, в 2011 году. И в 2012 тоже. Они, да, встретились, тоже выиграл. Да, да, да. Хорошо, тогда 12-й, тогда нету смысла спрашивать, кто, по вашему мнению. Да, да. А вы вообще следите за профбоксом? За некоторыми только. Я вообще, честно, я вам скажу, бокс вообще не люблю смотреть. Совершенно. Я его смотрел, потому что как бы надо было оппонентов отсматривать. А в боксе там буквально там за, наверное, одним-двумя человеками как бы, ну, могу посмотреть. И все. Наверняка вы видели, может быть, сейчас там бои Бивола, Битербиева. Это Бивола, да, и Битербиева я смотрел, конечно, очень интересно. Особенно с Альваресом Бивол и Битербиев, вот последний со Смитом. Да, он с Смитом же, да, боксировал. Да, это все видел я. Если все-таки Бивол Битербиев встретится, как, на кого вы ставите вообще? Сложный вопрос, но все-таки. Ну, спортсмен ответит, что как бы прогноз, знаете, такое. Ну, дело такое неблагодарное, и мне кажется, тут загадывать, как бы 80 килограммов все равно там ребята тоже бьющие. Тем более я видел эти перчатки профессиональные, как бы на руку одевал. Всякое может быть. Оба хорошие боксеры, такие мастеровитые, как бы это доказано, оба чемпионы мира, у каждого пояса. То есть это будет конкурентный бой, очень интересный бой. Если этот бой будет, я его очень с удовольствием посмотрю. Смотря на то, как вы боксировали, для вас более интересно все-таки Бивол, наверное, как боксер. Мне больше импонирует его манера бокса. Да. Просто Битербиев тоже как бы очень сильный боксер. Но мне больше импонирует манера ведения боя Бивола, да. Mm. Для меня чисто. Меньше месяца уже осталось до боя Усик Джошуа. Что скажете? Ну, у меня мнение не меняется. Я, как и перед первым боем, у меня мнение было, что Усик выиграет. Мне кажется, и обыграет его и второй раз. Ну, опять же, это мое мнение. Возможен ли нокаут в этом бою? Ну, это тяжелый вес, все возможно. В боксе все возможно. То есть, почему нет? Но, наверное, если нокаут, то, наверное, какие-то поздних раундов. И последний у меня, наверное, вопрос. Головкин Канело 3. Что скажете?
Можно я ничего говорить не буду? На стране ждут этот бой. Многие как бы будут, опять же, утром просыпаться, болеть за Геннадия. А мы все его будем поддерживать. Как бы пожелаем хорошего боя, зрелищного. Поставили уже точку уже в своих каких-то там этих боксерских дискуссиях. Считаете ли, что Канело просто раскручивает этот бой, там, всеми способами обзывая, да, Головкина? Что ну, это считаю, да, это бизнес. Я не удивлюсь, если там между ними как бы нормальные отношения. И это же бизнес, это деньги. Тем более у них на Западе это, в принципе, принято. В любом случае, нам же смотреть любое противостояние, когда между бойцами там, или между командами есть какой-то негатив, и всегда интересно, смотреть интереснее. Поэтому, наверное, все это и раскручивается. Были еще некоторые вопросы, но это если их затрагивать, они слишком долгие, про тренировочный процесс, вот, про коррупцию в олимпийском боксе тоже там были вопросы. Я ну, это можно, если хотите, можно следующий как бы, прямой эфир сделать, там, про тренировочный процесс, про все это уже как бы, вообще без проблем. Как бы были вопросы там про тренировки, как что-то все могу, в принципе, рассказать. Это я считаю надолго, поэтому если вам это интересно, то я смогу подготовиться и мы можем. Да, почему нет? И, Василий, напоследок хотел бы от вас пару слов нашим зрителям, которые смотрели наш эфир или посмотрят потом. Главное, наверное, просто заниматься спортом, не обязательно всем заниматься профессиональным спортом. Просто заниматься спортом. Не зря говорили, что в здоровом теле здоровый дух. Вести правильный образ жизни. Все, оставаться правильным гражданином своей страны, и все. Все будет хорошо, я думаю.